В этом году мы отдыхаем в Турции, в Дидиме, в совсем новом отеле. Вот он позади меня, Максерия. Отдых получился очень спонтанным. Спасибо ребятам из турагентства Викинг Туристик. Молодцы, быстренько нам подобрали тур. Все по честности, все, что рассказали, информация очень объективная, более чем. Отель новый, в августе только открылся, поэтому, ребята, все новенькое. Даже на стульчиках в номере никто не сидел. Номера замечательные, хорошая уборка, замечательное питание. Наверное, можно на любой вкус удовлетворить. Хороший бассейн, оборудовано все замечательно. Ну, из минусов могу назвать только пока недооборудован пляж. Но с учетом того, что эти ребята построили этот отель за 8 месяцев, думаю, что к следующему сезону у них их пляж будет на пятерку. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее, приглашайте ваших знакомых друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.